На механизаторов укладывают новую пешеходную дорожку. Пока специалисты на стартовой линии. Впереди около километра работы. Ранее, напомним, новое покрытие появилось на Минской. В августе дорожное полотно уложили по Брестской, Тимирязево. Также сотрудники ДЭП провели ямочный ремонт по Энергетиков и Карла Либкнехта. Благораживают улицы Каменского, Кирова и Парковую. Транспортная инспекция совместно с ГАИ провела целевой комплекс мероприятий «Школьный автобус». Цель – соблюдение законодательства при выполнении перевозок детей к образовательным учреждениям. Особое внимание – соответствие водителей квалификационным требованиям, состояние транспортных средств, сроки действия разрешений на допуск участия в дорожном движении и страховые полюса. За выходные на территории Могилевской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека травмированы. Сотрудниками ГАИ выявлено 665 нарушений ПДД, задержаны 15 пьяных водителей и 24 бесправника. Кроме того, 50 пешеходов привлечены к административной ответственности, 18 из них находились в нетрезвом состоянии. В 28-й школе открылся военно-патриотический клуб МЧС «Бобрёнок». Он создан с целью формирования навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и патриотического воспитания. Объединение будет работать по нескольким ключевым направлениям – обучение основам безопасности, практические занятия, осознанное воспитание и спортивные мероприятия. Игорь Бокич – четырехкратный чемпион Паралимпийских игр в Париже. В решающем заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем белорус показал лучший результат – 23-65. Это четвертое золото французского первенства. Ранее атлет одерживал победу на 100-метровке баттерфляем на спине, а также на дистанции 400 метров вольным стилем.